Всем привет, как настроение? С вами Рэй, и мы продолжаем проходить Tower Conquest. Получили 50 социальных очков, которые нам нафиг не нужны. Так, мы можем, знаете что, ребят? Усилить своих солдатиков. Возьмем бесплатно тигра. Правда, одну карточку всего, но... Начинаем с малого. Но если посмотреть, смотрите, тут кто? Ниндзя, голем. Сторожевой пес. Великолепно. Все это будет впереди. Давайте усилим свой замок. Крестьянина. Хотя, честно говоря, ему бы давным-давно уже замену надо найти. Но пока нету. Так, лучник. Взрыватель наш. И все, да, на этом? А нет, еще, конечно же, наш великан. Ну что ж, давайте начнем. А, у нас еще сундук, оказывается, есть. Робот. Сундук роботов. Вот, вот это вот уже другой разговор. Вот сейчас я крестьянина, кстати, и заменю на пильщика. Давайте зайдем, где он там у нас? Ага, здесь. Сейчас мы вначале его откроем. Усилим. Так, замечательно. И теперь поставим его себе в армию. Как это делается-то у нас? Так, 91-18. Что ты мне здесь показываешь? Ага. Крестьянина. И что ты предлагаешь? Не могу понять. Вот я его убрал. Ага, я могу поставить пилу. Все, я его установил. Замечательно. Надо забрать еще, наверное, кристалл бесплатно. Даже два кристалла. Ну, а теперь можно смело идти в бой. Зимняя страна какая-то у нас. И деремся мы против людей. Значит, у нас тут, получается, будут лучники, жрецы и так далее и тому подобное. По идее, должно быть так. Сейчас мы это проверим. Так, ставим мечника в первую очередь, потому что он как щит у нас идет ходячий. А теперь пилу. Так, какой-то вышел паладин. И копейщица. Так, разбомбили они мой первый отрядик. Причем без проблем, я как посмотрю. Бабах. Отлично, монета не улетишь. Мне интересно, вот этот рыцарь, который вышел, он что делает? Молниями бьет или отхиливается? По-моему, он молниями в наших лупит. Ладно, он отлупил свое. Ну и, соответственно, замок тоже свое отвоевал. Победа, 360 золотых у нас, 120 экспи. Переходим на следующий этап. И здесь практически ничего не поменялось, кроме как добавили лучника ему, который у меня он есть. Ладно, пополняем сначала манну. Хотя бы где-то до 250 надо. Видите, дистанция пока маленькая, поэтому быстро все идет. А 250 нету, сразу 300, да? 300 и 400, ясно. Так, давай, пила. Выходи. Монетки не уйдешь мне. Ну, я скажу одно. Сейчас идет все довольно легко. Первые вот эти вот уровни, этапы, они всегда простенькие, легенькие. Это, видимо, дается для того, чтобы мы могли развиться хоть как-то на начальных этапах. А потом, думаю, будет жарко. Так, и еще один уровень пройден нами. Золото просто рекой к нам течет. Ну, здесь то же самое, да? Да, получается то же самое. Только добавилась еще пикейщица к ним. Для нас это, в принципе, не должно никаких составить трудов завалить. Сейчас посмотрим. Так, пила. У нас идет по стандарту. Пила, мечник, а уже на остальное, как говорится, на что хватит. Обычно идет потом лучник для прикрытия с дальней атаки. Давай-ка, зомби, выйди, потому что их тут уже накопилось очень много. Ну, наш фаербол делает зачистку.
Так, ну тут мы напрягаться не будем, сейчас зомби тут все сделает. Да, к сожалению, он что-то как-то очень мало. Ух ты, а этот парнишка-то крепкий, смотрите. ХПшки отнимаются у него очень-очень медленно. Зато он лупит, будь здоров. Это как мини-мини-боссик получается. Зомбарь молодец, уделал его. Так, лучников. Давайте-ка я еще, наверное, мечника одного и зомбаря. Ну что, 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 давай, давай, добивай, добивай. Ну, сдохни. Ага, блин, на пару подохли, ладно. Главное, что мы уже лупим замок вовсю. Ну, тут остались буквально считанные секунды, и он падет. Так, что это такое за летит? Ого, ураганчик маленький пронесся. Я не знал, что здесь такое есть. Вообще здесь рандомно выпадают всякие эмблемки, значки, карточки. Поэтому все очень замечательно. Нету какого-то этого постоянства, все время все по-разному. И это радует. Играем мы с вами на первой скорости. Я не хочу ускоряться, потому что слишком все быстро будет идти. И ничего не будет понятно. Так, а это что-то новенькое сейчас только что было. Я так понял, какой-то бандит. Или рога. Или пират даже. Не пойму, кто он такой. Но бьет он вроде неплохо. Но зато он слабенький к дальней атаке. Вообще лучники сами по себе слабые, потому что сами только что видели. Ого, а вот этот тут парнишка, паладин я его так назову, довольно крепкий. Очень сильный. Такого хочу себе. Я бы заменил с удовольствием мечника бы им. Но пока нет возможности его получить. Посмотрите, а что делает? Да, он какой-то рога, точно. Потому что он сам слабый, но атаки у него довольно сильные. Фаербол. Ну и паладин, естественно, тоже тут дает джазу. Так, давайте лучника возьмем. И пилу. Мой старенький древний мечник идет в своих ржавых доспехах. Но, тем не менее, ну смотрите, а. Оп, просто не в пример ему. Мой мечник и его и паладин просто разносит только в шорох. Ага, замечательно. Что-то я смотрю, у нас тут уровень затянулся, вам не кажется? Давайте быстренько сносим замок и проходим дальше. Отлично, замечательно. 490 золотых, 125 экспо, и мы получаем уровень 6. 10 кристаллов, 9000 этих энергии. Так, это мне не нужно. Записывать свой прогресс для чего-то. Так, куда тут нажать-то? Да не надо мне. Может быть, надо? Да не хочу я сейчас выходить в Facebook. Давайте да нажмем. Ага, хорошо. Так, заберем кристаллы. Замечательно. И мы можем повысить уровень. Давайте всех проапаем. Да, смотрите, у лучника 64 хп. Это никуда не годится. А у этого почти 1000 и 160 атаки. Да, здоровски. Давайте поставим. Так что он требует одной энергии у меня. Я, если честно говоря, не врубаюсь, что это дает. Опа, она у них. Это босс, наверное, я так понимаю, да? Какой-то, наверное, жрец или хиллер, стопудово говорю. Ну что, давай, пила, выходи, показывай свое мастерство. Вся страна смотрит на тебя. Давай, сноси ихнюю колокольню, ядре не фени, и мы пойдем далее. Это же вроде последний уровень, да, в этой локации? Да, потому что у них босс тут будет. Бедный мечник мой пал. Давайте метеорит. Метеорит, фаербол, конечно же. Уже совсем заигрался парнишка. Так, давай, зомби, взрывай его.
Ну, тут ты, конечно, пасанул. Совсем плохо прошло все дело. Даже не успел лучника вольнуть. Вот, и вышел. Так, кто же это такой? Ну да, какой-то маг. Нет, хиллер. И он что-то делает. Ага, вы смотрите. Он свои войска какой-то в ауру облачает. Я не знаю, что это дает, конечно, но, по-видимому, дополнительная какая-то защита. Что ты, посмотрите, он пошел на попятную. Так, подожди, карточка мне нужна, вот эта карточка. Пролетела. Пролетела карточка лука. Давай, зомбарь, выходи. Гасани этого бишопа. Или кто он там? Маг. Лекарь. В общем, неважно. Спал. Спал смертью храбрых. Долго не повоевал он. А зомбарь, ты какого фига сейчас взорвался? Я так и не понял. Даже никто тебе не мешал? Или у него определенное время, что ли? Так, паладин, усохни. Все, вам тут осталось на пол затяжки, как говорится. Нет, все-таки выжили, а? Ага. Пикейщица бьет на расстоянии. И причем, я так понял, не одну цель. Но это уже не суть. Главное, что мы прошли этот уровень. Получаем сундучок. А в нем... Вау, а в нем у нас мечник, лучник. Так, а что здесь показывают? Сердечко какое-то нужно. Ага, у нас оказывается один уровень пройден без сердечка. И чтобы что-то там произошло, нам нужно его пройти. Ну, я думаю, это не составит труда. Тем более у нас уже довольно сильные юниты. Пройдем на одном дыхании. Давай, пила, выходи. Так, он свою тоже тут пилу вызвал. Ну, у нас-то мечник есть. А у него, к сожалению, нету. Поэтому он сейчас просто будет откуривать где-то в стороночке. Он думает, что он на одних пилах выживет. Нет, как-нибудь не так. Так, у меня фаербол уже подходит. Готовы. Я нажал, но что-то не произошло ничего на снежинке. Я думал, будет замораживаться. Ну все, мы добрались до его замка. Точнее, механического какого-то домика. А, зомбарь бежит, 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 бежит. В одном сапоге летит. Не успел добежать, мы и так все забомбили. Так, ну вот, мы открыли сердце. И что же нам это дает? Как нам вернуться тут туда? Ага, вот. Нам дает... Непонятно, что это такое вообще. Так, 10 трансформаций сюда. Карточек какого-то трансформера. Мне это очень интересно. Давайте глянем, а. Армию. Опа-на, эволюция. Ребята, у меня мечник сэволюционировал. И получил какой-то спешл. Между прочим, я правда не понял, что там, но получаем мы кристаллы. Так, а что здесь такое-то? 10, ready. А, ребята, это оказывается замок. Ну как замок, я имею в виду башня. Давайте увеличим. То бишь это башня роботов. Вроде бы так, если я не ошибаюсь. Ну что, по-моему, пока все, да? Тут по максимуму. Все по максимуму. Ну что ж, давайте, наверное, с вами продолжать бой. Первый уровень. Первая игра, первая локация. Ничего трудного я здесь не вижу. Зомбари и взрывники. Это, я считаю, вообще на одном дыхании просто пролетим сейчас и все. Куда ты так разогнался, родной ты мой? Иди сюда, вот тебе надо вначале побрить. Полежи там, отдохни. Угу. Так, вот это, кстати, то, что он будет вызывать подрывников, это очень плохо. Потому что у меня они будут все сейчас в куче стоять. Ну и так, карточка, карточка, иди сюда. Вот видите, что он творит?
Он взорвался и, соответственно, положил там сразу пол моей армии. Поэтому нежелательно, чтобы они стояли в куче. А как они здесь не будут стоять в куче, когда тут замок? Ну, это уже тоже не важно, потому что мы уже завалили. Так, второй уровень. И кто у нас тут? Ага, скелетик появился у них какой-то 6 уровня. Сейчас мы глянем, что это. А, по-моему, мы уже видели его, да? Это такой длиннорукий, если не ошибаюсь. Даже непонятно, кто он вообще такой. Локация мне нравится, да? Везде такие призраки летают. И мой пильщик выходит. Ну и, соответственно, погибает. Да, вот, вышел этот худощавый скелетик. Напоминает мне чем-то какую-то черепаху или ленивца. Скелет ленивца, да. Длиннорукий, тощий и тупорылый. Так. Хе-хе-хе, зомбарь даже не успел пикнуть, как его снесло. Ну вот, у меня уже лучник прикрывает фланги. Так, зомбарь, иди отсюда. Как меня нервирует вот этот взрывник. Карточка. Хорошо. 2 лучника сейчас просто размажут там все, что можно и нельзя. Мишник, иди. Твой выход, как говорится. Эй-эй-эй. Хорошо подбили. А так бы, если бы он сейчас зашел до лукарей бы, одним взрывом всех бы положил. Но ему этого не видать. А мы с вами переходим в следующий уровень. 3-й получается у нас. И здесь добавляется банши. О, ребята, не получится. Ну что же, на этом я буду заканчивать этот выпуск. И мы увидимся с вами в следующей серии. У меня просто кончилась энергия, ребята. Ждем, когда восстановится. Всем пока.